Вас приветствует творческая мастерская «Счастье – подарок». Сегодня на мастер-классе мы будем делать сережки. Для этого нам понадобится полимерная глина, текстурные листы, акриловая краска, лак для полимерной глины и бижутерная фурнитура. Еще нам понадобятся зубочистки, иголочки, нож, катеры. Приступаем. Делаем дырочки для будущей фурнитуры, на которую мы будем вешать наши сережки. Все. Отправляем в духовку при температуре 130 градусов на полчаса. Если у вас другая полимерная глина, то температуру смотреть нужно на упаковке с глиной. Вот наши изделия уже готовы, они запеклись, и можно дальше продолжать с ними работать. Берем акриловую краску. Покрываем лаком. После покрытия лаком цепляем фурнитуру. Берем штифты и вкручиваем в отверстие, которое мы предварительно сделали для них. С помощью плоскогубчиков цепляем швензу к сережке. У нас получились вот такие. Творческая мастерская «Счастье в подарок» желает вам счастья с утра и до вечера.